Всем привет! Это шестой ролик по настройке реестра Windows 7 для повышения производительности компьютера. Видеоурок по повышению производительности файловой системы NTFS и увеличению приоритета для активных приложений. Сначала откроем редактор реестра Windows 7. Нажимаем Win плюс R. Вводим команду regedit. Окей. Повышение производительности файловой системы NTFS. Переходим по следующим разделам реестра Windows. HK Local Machine, System, Current Control Set, Control, File System. Находим параметр NTFS Disable Last Access Update. Вот он. Устанавливаем значение 1. Включение этого параметра отключит запись последнего времени доступа к файлу. Окей. Затем находим параметр NTFS Disable 8.3 Name Creation. Вот он. Тоже ставим значение 1. При этом отключится создание специальной таблицы файлов для имен в формате MS-DOS. Повышение приоритета для активных приложений. Приложения Windows работают как в активном режиме, так и в фоновом. Если необходимо, чтобы активные приложения получали больше ресурсов и, соответственно, стали работать быстрее, то переходим по следующим разделам. HK Local Machine, System Current Control Set, Control, то есть в этом же дереве, и находим раздел Priority Control. Единственный параметр Win32 Priority Separation. По умолчанию значение равно 2. Максимальное значение 26. Но если ваш компьютер недостаточно мощный, то изменять этот параметр надо с осторожностью. Для слабых систем рекомендуется максимальное значение 6. Я поставлю 10. Для применения изменений компьютер необходимо перезагрузить. Спасибо за внимание. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Пока!